Там, блядь, живут. Такси? Хуевое, это. Российская армия живут, блядь. Которые стали не нужны, которых прячут от всех, от кого неизвестно. Клетки, свинарники. И типа приходили в МКАД, без ног, без рук. Да. Сука, а что это срок, сука? Или держится на этой рука, нахуй, держит людей, вот они, свинарники, блядь, ебать. Воинов, блядь, держит тут, нахуй, сука, пиздец. Вот опять же ж видео, батя, покажи, что у тебя с пальцами. Покажи, что с пальцами у тебя. Покажи, смотрите, вообще пальцы куда, он даже и он не работает, пальцы в обратную сторону загибается, ничего не работает. Пацан находится здесь, ВВК прошел, ничего не дихина. Пацан без ноги, без глаза находится, нету ноги, вообще выше колена нету ноги, блядь. Ебаный урод, сидим в этом подвале, блядь. Тут без рук люди, с руками, блядь, елки-палки поломанные, блядь, брошенные. Ну и куда это годится, срачник такой, блядь, ебать. Пиздец, нахуй, блядь, пленных держит, нахуй, блядь. Все держит вон за грудку. Сейчас еще будет дополнение к этому. Это не себе, да? Не хочу это все же, блядь, показать, давай. Конечно. Так я это проходил, блядь. Уже так проходил, блядь. Ну, блядь, сука, ебаный рот. Только лучше плен, блядь. Сука, смотрите, попробую показать все события этих, когда все это происходит, что такое. Несколько смогу. Thank you.